Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное небо над головой, за то, что выстояли в той страшной войне и возродили израненную страну. Құрметті да ардақты ардагерлер, біз сіздерді бүгінгі келіп жеткен отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің сіздерге деген алғысымыз шексіз. Әр қашанда деңдеріңіз сау болып, арамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Хочу поздравить всех с 9 мая. Хочу сказать спасибо всем ветеранам, которые служили и защищали нашу Родину. Спасибо вам за наше прекрасное будущее. С праздником, 9 мая. Құрметті ардагерлер, мен сіздерді ұлы жеңістің 76 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Сіздер болашақ ұрпаққа бейбіт күн сыйлаған. Есімдеріңіз ел есінде мәңгі сақталар. Ерліктеріңіз аңыз болып айтылып жүрер ардақты тұлғасыздар. Сіздердің бұл еңбектеріңіз, ерліктеріңіз ұрпақтан ұрпаққа қалған сарқылмас мұра. Сол мұраны қадірлеп қастерлеп, кейінгі өскелең ұрпаққа жеткізу бізге тапсырылған үлкен аманат. 9 мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая памятная дата – День Победы. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой, поклон земной, за право на жизнь без ужаса войны, страха и боли. Пусть подвиги, отвага и мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в наших сердцах, объединяя души. Трепетом и уважением поздравляю с Днем Победы. Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и трогательную радость в сердцах людей. Спасибо за победу вам, за мир и за покой, за то, что небо светлое над нашей головой. Спасибо вам за мужество, за подвиги, труды, за то, что все вы сделали, чтобы не было войны. Спасибо вам, мы помним, мы вас благодарим. С победой вас, родные, мы мир наш сохраним. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Ведь с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят.